Кризис с беженцами на границе Беларуси и Польши обсуждали в четверг на заседании Совета Безопасности ООН. Европейские члены Совбеза и примкнувшие к ним США обвинили Минск в эскалации напряженности. Мы, действующие члены Совета Безопасности из Евросоюза, Эстония, Франция и Ирландия, вместе с присоединившимися к нам Норвегией, Соединенным Королевством и США, а также будущим членом Совбеза Албании, осуждаем организованное использование людей. Белоруссия поставила жизни и благополучие людей под угрозу в политических целях. Она намерена дестабилизировать ситуацию в соседних странах и на внешней границе ЕС, отвлекая внимание от собственных нарушений прав человека. По их мнению, действия Белоруссии требуют решительной международной реакции, а Александр Лукашенко стал угрозой региональной стабильности. В свою очередь, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что ситуация на границе дискредитирует в первую очередь саму Европу. Честно говоря, я начал подозревать, что, возможно, у наших эстонских, французских и других коллег есть какие-то мазохистские наклонности, потому что поднимать эту тему, этот позор для Евросоюза, было очень смело. Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши возник из-за наплыва беженцев с Ближнего Востока. Несколько тысяч человек оказались в западне, не имея возможности ни попасть в Евросоюз, куда так стремятся, ни вернуться на родину.